все чаще и чаще мы становимся свидетелями, когда нарушают правила дорожного движения. И вот вы видите буквально сейчас, паркуются где хотят. Много происходит дорожно-транспортных происшествий. Об этом свидетельствуют и сводки, и новостей. Каждое утро можно открыть и прочитать, сколько произошло аварий, сколько смертей. У нас как будто идет какая-то война. На самом деле это все надо остановить. И я 24 сентября 2013 года внес законопроект, согласно которому хотелось бы повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения, а также внедрить ряд новаций, которые позволили бы сократить дорожно-транспортные происшествия. Мы хотим убрать законопроектом, мы предлагаем убрать возможность приобретения прав. Мы хотим, чтобы все обучались в автошколах. И человек, обучившись в автошколе, получал водительское удостоверение. В автошколах обучение будет записываться на видео. Ну, по крайней мере, мы так предлагаем. Этот законопроект мы вносили на парламентские слушания, обсуждали в комитетах, получали заключение от правительства. И уже 7 месяцев мы не можем внести его для рассмотрения в первом чтении. Это все происходит из-за того, что у нас очень сильно управляет нашим государством бюрократизм. Вот этот бюрократизм мешает как раз проводить нужные и полезные законы для общества. Нам хочется депутатам, ряду депутатов хочется сократить дорожно-транспортные происшествия, но, к сожалению, большинство нас не поддерживает.